Всем привет, с вами Ял и Кейн. Да, друзья, всем привет. И сегодня мы будем играть в Lucky Гонки. Наконец-то новый выпуск Lucky Гонок. Сегодня мы будем играть снова с черными Lucky Блоками, потому что вы очень мало писали комментариев, какие Lucky Блоки вы хотите увидеть, поэтому оставляйте больше комментариев, какие Lucky Блоки вы хотите увидеть в следующем выпуске, и мы обязательно их поставим. Поэтому да, где же мы сегодня, расскажи, что же мы видим? Сегодня тут такая огромная комната. Ну, на самом деле, мы в комнате Яла вот сейчас находимся, вот она именно так и выглядит. Да, я, в общем, здесь живу, ну, изредка, это моя, как бы, вторая квартира, съемная. Тут у меня огромный бургер лежит. А, ну это да, круто, кстати, да. Сними бургер тут, короче. Ну мы потом его похаваем. Угу. Да, обязательно. Ну это после гонок. Да. В общем, да, давай начинать. У нас... Расскажу правила. Как... Да, точно, да. Правила. Что ж, для тех, кто не знает, какие у нас правила, что ж, у нас есть две линии Lucky блоков, как вы можете видеть их здесь. У каждого будет своя, например, Ял будет здесь, я буду, например, тут. И мы будем бежать и ломать Lucky блоки. Что же нам нужно сделать? Нам нужно добежать до конца карты, разломать их всех. И добежать до конца. Нельзя добежать до конца, не ломая эти лаки-блоки, нужно все время их ломать. И как только кто-то добегает до конца, у него есть небольшой бонус в этом сундуке, и он будет ждать второго игрока, пока он добежит, и они будут сражаться, то есть мы будем сражаться в конце, то есть только с предметами, которые выпадут нам из лаки-блоков, то есть это чисто удача, кому повезет. Поэтому, в принципе, там правила очень легкие, поэтому давай начинать. Давай, погнали, поехали, побежали. Бежим, так, надо выйти. Ты с какой стороны будешь? Я, наверное... Давай я справа буду. Так, выходим из... Да, выходим из креатива. Ой, я случайно здесь сделал, ну ладно, неважно. Хорошо, все. Я готов? Всё. Я полностью готов. Я желаю тебе удачи. Да, тебе удачи. В общем, да, нужно... Блин, не хочется, чтобы было снова, вот как в предыдущих выпусках, когда мы просто, блин, стоим, ждем друг друга. Поэтому я буду просто на всю максимально быстро бежать. Ну, здесь, в принципе, не нужен паркур, здесь просто... Тут да, нормально. Здесь все гораздо всё, поехали. Проще. Давай. Да, поехали. На счет погнали. Три. Всё, я разбиваю. Ладно, три. Ладно. Я даже не успел посчитать, так нужно. Погнали, так, у меня какой-то... Так. О, чёрт, надо колодец, разбивать. Колодец, хорошо. Паук! Боже мой, ну опять ты начинаешь со своими пауками, как всегда, так. А что, мне из колодца ничего не выпало? Ладно. Да, все, я пока лидер. О, черт, что это? Боже мой, боже мой. Дичь упала, я не знаю, мне куча угля выпала. Так. Обсидиан. Черт, нет, я умер. Нет. А, все, давай. Меня. Блин, мне так не везет, потому что. Если тебе выпадает какой-нибудь. Боже, я просто улетел за карту. Я просто улетел. Факт, тут эмеральды падают. Мне нужно все лаки-блоки сломать. То есть, если, например, тебе выпадает какая-то штука, которая добавляет там еще этих лаки-блоков, типа ставит их 4 штуки, то нужно их всех сломать. Так, да, да, кстати, у меня уже несколько раз такой выпал. Просто дырка сделалась. Да. Подобно. Окей, так. А, фак, лава, нет! Черт, золотое яблоко, быстрее! Лаки-вилджер, извини, чувак, извини. Так, сейчас я все свои ломаю. Ты, слушай, уже далеко убежал. Неужели ты мне в этом выпуске выиграешь? Что с тобой не так? Ты что-то там кряхтишь? У меня как бы лава... Цветочки! Блин, где вода. А, все, я перегорел. Ты что там бегаешь туда-сюда? Ладно. Мне этот Lucky Village уже третий раз спавнится. Привет, чувак. Куча свиней! Смотри. Где? А вот. Отлично, ведра. Это мне надо. Я быстренько сейчас все переставлю, херню выкину. Круто. Секундочку. Что у нас здесь? Это не то. Круто. Я тебя догоняю потихоньку, надеюсь, сейчас меня. Так. Просто так. Блок земли выпал, и чьи-то головы. Тенти, нет! Я просто улетел через потолок, походу. Тебе придется строить, чтобы сломать эти два лаки-блока. Да, я вижу. Сейчас чем придумаю. А я пока в дырку выкину все ненужное. У меня есть блоки, отлично. А, в дырку. Это не надо. Давай. Так, черт, тортик. Так. Блок изумруда. Я немного. Что ты там собрался делать? Ничего. Алмаз на броне, я потерял штаны, ну ладно, ничего страшного. Ладно, пофиг. Ты серьезно? Что делаешь? Что? Я разбиваю свои блоки. Что я делаю? Почему-то. Фак, тут ночь! И снова эти пауки! Я лезу по лестнице! Почему тебе так не везет все время? Я убегаю. Да, кто бы говорил! Они за мной еще и... Черт. Ладно, у меня есть Stick of Power. Я их по... А, ладно, я упал. Боже, они теперь все за мной побежали. Блин, жесть. Так, окей. Слава богу, мне выпало золотое яблоко. То, что ты натворил, мне пришлось за тобой подбирать. Меня еще и убили. Ну, у меня, кстати, вроде офигенная палка выпала. Stick of Power.
Мне кажется, я тебя этой палкой отшлепаю как следует, если я добегу до конца. Ну, у меня золотые яблоки, так что не отшлепаешь. Ну, посмотрим. Так, да, боже мой, пауки, отстаньте! Фак, нет! Сколько этих пауков это? Что мне делать? Тихо, у меня нет кирки, фак, я не могу копать. Шуки, хотя бы. А, не можешь копать. Так, отлично. Что-то мне тут понаставил свои кольчугам. А, меня уже коцает. А, не-не-не, это мы возьмем. Так. А, лучше я себя взорву. Я не могу поставить блок. О, могу. Оп. У меня зажигалки. Вы серьезно, нет. Ну. Ладно. У меня зажигалки нет! Зато у меня есть факел. Что там с тобой происходит? Давайте день сделаю, это что-то вообще непонятно. Я взрываю себя! Окей, это было круто. Тут я, короче, нам наспанил кучу зомби. Можешь развлекаться. Да ладно, все нормально. Мне они не проблема, я разбиваю свои блоки. О, стрелы. А у меня куча овец! Они просто сейчас поглотят всех этих зомби. Да, это я их тут пытаюсь поглотить. Они горят, в принципе, ну ладно. Ты серьезно? Что там? Боже, да я попался в эту ловушку. Ух ты. Алмазная мотыги. Как мне себя убить? Все, я добил, отлично. Я могу. Ты дошел до конца, да? Сундук, да, я зашел в сундук. Ладно. Но ты еще не выиграл, потому что выиграет тот, кто победит в ПВП и. Да я в курсе, Я потихоньку умираю тут. Так, ладно, все, я бегу. Ты разбей там все, разбей все. Да. Мне еще парочку осталось совсем немного. Так. Я пока еще три. Ставлю. И сейчас мне не повезет, как всегда. Вот. Так, стоп. Вы серьезно, еще четыре штуки мне добавили. И один. Да. Один из них, конечно же, неудачливый, так. И. Да, конечно. Окей, я. Что, неудачливый? Ты упал? Ты видишь, что я там заспавнил? Фига, это магма огромная. Так, ладненько. Секунду, сейчас. Алмазы, курицы. Вроде бы я все лакиблоки сломал, ну-ка тут меня не стал. Да, я все сломал. Да отстань от меня! Ублюдок! О, нифига, я где-то... Я тут как бы... Так, все, давай, я готов сражаться. Хотя у меня не полная жизнь, но... Так, готов? Где? Я в центре карты. Ты где? А. Ладно. Окей. Иди сюда, сражайся как мужчина. У меня лук, я лучник. У меня палка, я палочник. Я перепутал тебя с овцой. Так, окей, палочник. Это магма огромная. Где? А, во, все. Вот так вот я спрыгну. Как ты туда залез? Да. Как? Вообще не понимаю. Гори. Что там отжирается еще? Как ты залез-то вообще? Тихо. Ну-ка, иди сюда. Чёрт, а где ты? А, ты... Капец, это было жестко. Я просто TNT поставил. Просто пока ты там рыл. Ладно. Ну, ладно. Окей, ты меня выиграл в этот раз. Поздравляю с победой. Как ты вообще туда забрался, я не понял. Да я просто вот залез, тут открыто было здание. О, фак, меня магма бьет. Подожди секунду, я съем яблоко. Как? Я не вижу здесь лестницу, нет. Вот, здесь дырка. Ну. Вот сюда иди. Окей. И смотри, здесь просто вход. А как ты вот сюда, например, наверх залез? А тут лестница вот здесь. Во, вот я как раз таки сюда не заглянул, ладно. Что ж, друзья, как вы можете видеть, сегодня я победил очень странным способом. И я победитель! Если хотите увидеть, как он меня убил, можете пройти на его видео, потому что я не знаю, что он там сделал с этим TNT. Это было очень страшно. Да, кстати, да. Вот от меня будет вообще найс. Да. Тоже там заходите на мой канал, подписывайтесь, там ставьте ему лайки, он тоже делает офигенные видосики. И да, ставьте лайки. Круто, да. Вы обязательно напишите, какие лаки-блоки в следующем выпуске. И чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующий выпуск. Давайте моем видео наберем 6 тысяч человек, было бы очень круто, и мы бы уже быстро выложили следующий выпуск. Как только 6к лайков, все, вот моментально просто выходит выпуск. Я беру с тебя слово. Так что... Ты второй раз проиграл. Так что, ладно. Да, друзья, спасибо за просмотр. С вами был... Где ты? Иди сюда, давай. С вами был Ялыч. Ял и Кейн. Да. Ничего себе, такие очки крутые. Что она прыгает? Да.
Ладно. Отойдет. Пошла отсюда, пошла вон. С вами был Кейн и Ял. Ял, и я сдох. И до новых встреч, друзья. Да, всем спасибо, всем пока.